Не знаете, как потратить 1000 рублей? Ева вам подскажет. Всем привет. Сегодня я купила вот такого медведика в Фикспрайсе. Стоил он недорого. Ну как недорого? 199 рублей он стоил. Такой мягкий медведь. Мы ездили в спа. Я поймала в автомате такого медведя. Вот. С 5-го раза, да? Или с 4-го? С 4-го. Или с 3-го. Нет, с 4-го или 5-го. Либо с 4-го, либо... Ну-ка, давай, доставай. Поймала? Да. Что, будешь еще разочек играть? А что мне доставать? С 3-го. Я купила... То есть мишка получился, ну, за 40 рублей, грубо говоря, медведь. А этот за 200. Я купила нам с Катей вот такие вот коктейльчики. Чудо. Катя шоколадный. Еве клубничный. Я купила два вот таких вот чупа-чупса. Большие? Да. Купила нам, кстати, вот такие вот чипсики. Угу. Еще кто-то хотел лейс, да? Купила слайм. Ну-ка. Большой бутылек. 135 рублей. Вот такой вот он. Там даже внизу он видел какие-то эти снежинки. Это звездочки. Вот. Вот это M&M's. Сок. Еще один сок. Ну, с Катей. Вот такие вот соки. Нам с Катей Skittles. Нам, кстати, вот такие вот палки, сосалки. Палочки чупа-чупс. Ну, как жевательный мармелад. Купила вот тик-так. Купила сырки. Купила мелли. И купила это что? Фрутелла. Фрутелла. Ну и все, здесь больше ничего не осталось, кроме моего кошелька и скрепышей. Давай скрепыши открывай. Или ты все их распаковала уже? Распаковала. Давай показывай, какие попались. Вот такой вот. Угу, чертик. Я вас люблю, ребята! Вот такой вот. Еще такой. Два одинаковых? Да. И вот такой. Ну и мой кошелек. Ну, в общем, вот. Если вы не знаете, куда деть 1000, вы можете пойти и накупить тоже вкусняшек. Ну, конечно, не забудь про медведя. И второго медведя. Говори пока. Всем пока-пока! И по скриптам к этому видео... Что ты хочешь сказать про этот слайм? Этот слайм не покупать! Он ужасный! Смотрите, как он будет липнуть! Ужас! В общем, за эту баночку она отдала 135 рублей. Не берите. Полная фигня. Вообще прям течет очень сильно. Ну что ж, бывает. Теперь будешь знать, что такие не надо покупать, да? Да. С этим слаймом что-то не срослось, но можно сделать вот так. Сейчас. Видите? Пузырек поднимается, поднимается вверх. И сидеть вот так вот, наблюдать за этим пузырьком. Потому что в руки его взять невозможно. Эти звездочки тоже, кстати, не падают вниз. А теперь берем, переворачиваем обратно и смотрим, как собирается пузырь. Пузырь собирается. И мы можем сделать вот так. Это единственное.
мне кажется, что можно сделать с этим слаймом. Просто наблюдать. Лопайся, давай. В общем, просто наблюдать в баночке. Банку не открывать. Вот эта фигня стоила 135 рублей.